Как победить танк? Поехали. Итак, танк, как всегда, у нас у Терана. Мы, как всегда, за Протоса, потом за Зерга, потом за Терана. Поэтому все смотрим до конца внимательно. Говорю это в каждом выпуске, как победить. Потому что какие-то вещи, которые мы делаем за Протоса, подойдут и для других рас. Возможно, но это не точно. Итак, первое. Что надо знать? Танк, он нам страшен в основном, когда он сложен, точнее разложен, потому что когда он сложен, он в принципе даже зилка один на один не одолеет. С таким зилком вряд ли танк будет часто сражаться, но тем не менее всякое бывает. Такого зилка он, кстати, сможет одолеть. Вот, ну если зилок будет с чаржем, то у танка уже будут проблемы, то что он чуть раньше прибежит. И юнит, который занимает 3 саплая, и стоит 125 газа, в принципе, может победить все-таки того, кто занимает 100. Вот. Но, тем не менее, когда танков там уже 3-4, зилка у нас чуть-чуть побольше армия, да, то есть просто по газу даже с ними по лимиту сравнялись, то, естественно, в обычном лобовом сражении они нам ничего особо не сделают, зилки набегают и наваливаются, разносят танки. Что мы, в принципе, здесь и видим. Вот, остается у нас 4 зилка, один из них полный. Танки начинают носить проблемы, когда они в осадном состоянии. Соответственно, не стоит забывать, что они сплэшат друг по другу, поэтому даже так зилки будут работать. Все, в таком плане, я думаю, понятно, да, как сражаться с танками. Но что делать, если, допустим, у вас против вас там один какой-то танк, который вы хотите уничтожить? Есть несколько способов. Опять же, сталкеры с блинком. Идем, как только по нам выстрелили, делаем выстрел вперед, подходим к танку вплотную, бьем. Танк не бьет, когда мы стоим вплотную возле него. Поэтому, если вы будете вот так вот бегать возле разложенного танка, то, в принципе, возможно, он никогда не выстрелит, если вы будете делать это аккуратно. Вот. Дальше. Что у нас еще с танками? Еще с танками, опять же, если мы хотим напасть на танк, профокусить его, один из выгодных способов — нажать А-клик и блинкануться одним сталкером в бок. Таким образом, только он получит 2 выстрела, ну, соответственно, сплэш не получат все остальные. Вот такой вот способ борьбы с танком за Протоса. Ничего, в принципе, сверхъестественного больше нету. Наверное, можно зацепить только историю с дизраптором, что у танка и у дизраптора примерно одинаковый рейндж. У танка он чуть-чуть больше, как вы видите. То есть вот здесь вот он уже выстрелит. Но, то есть сюда танк не достреливает. И вот такое расстояние в... где-то в ножку танка, то есть вот ножка танка, вот такой же квадратик до него, если дизраптор не доходит, в этот квадратик можно стрельнуть шарик дизраптора. Соответственно, шарик имеет еще сплэш небольшой и фактически имеет чуть-чуть больше рейнджа, чем у танка по итогу. Вот такой вот интересный юнит дизраптор. Естественно, один дизраптор не убивает танка. Это надо иметь в виду. Зерги. Зергов все тоже достаточно просто, понятно. Танк у нас это либо куча рингов, которые на него просто окликают, тут даже нечего показывать. Наверное, вот это будет интересно. Равайгеры, да, ревейджеры, разорители, или как там их называют. Уничтожают танк за 3 выстрела. То есть 3 ревейджера идут, кидают 3 выстрела, танк погибает. Соответственно, танк готов, ревейджеры живые. Как это сделать, чтобы получить меньше урона? Ревейджеров немножко распределяем и держим кнопку Shift. Держим кнопку Shift, нажимаем 3 раза способность и Shift назад. В итоге ревейджеры вот так вот подойдут и уйдут назад. Очень прикольно, научитесь так делать. Ну, то есть... Вот такие мувы очень-очень полезны, особенно если вам надо покусить несколько танков в разных местах.
И это делается очень легко. Как видите, все мы нажали. Ravagers сами все делают, заканчивают, отходят, подходят. Очень удобно, очень круто. Это один из способов. Второй способ. Опять же, когда у вас там late game, это Viper. Что Viper умеет делать? Он умеет кидать Blinding Cloud, который уменьшает рейндж танков до нилишнего. Накидываем на них Blinding Cloud, бежим лингами. Танки нас вообще не атакуют. То есть, в принципе, Blinding Cloud вот так вот в ноль практически контрит танки. Очень удобно, легко играть. Люркер как вариант еще интересный такой. Если люркер с грейдом, с рейнджом на 2, получается, что рейнджа, конечно, у него не хватает, как у дизраптора, но закапывается он быстро. И, соответственно, просто чутка подбегаем. На 2 танка люркер может нападать. Да, на 3 танка уже не может. 3 танка его разорвут. Вот, но на 2 танка спокойно люркер нападает, и все, можно подойти, начать крушить. Тут сами думайте, есть ли у вас возможность подойти. Альтернативно, опять же, если вы не хотите, к примеру, нападать на эту, ну, на засаду танков, то есть, если вы не хотите ломиться, допустим, что здесь не просто танки вам нужно отключить и потом напасть, а вы хотите, ну, не спеша, чтобы Терн, допустим, на вас нападал, допустим, у вас здесь люркеры раскопаны, там еще что-то, тут армия Терна танки, ну, всегда есть возможность вытянуть танк. Не забывайте, что вытянув танк, он останется разложенным и продолжит по вам сплэшить. Ну, поэтому смотрите, чтобы сразу можно было его, соответственно, за что-нибудь сделать. Вот. Также можно делать какие-то комбинации. К примеру, да, то есть, если вы знаете, куда вытянется танк, то есть он всегда вытягивается ровно на место вайпера. Вот. То есть, вайпером идете, нажимаете тянуть, притянуть. Как только сделался способность, накидали. Бам-бам-бам-бам-бам. Все красиво разобрали. Все красиво сделано. Готово. Дальше у нас Терран идет. Терран против Террана. Здесь юнит-тестере не показать сильно. Вот. Но в чем заключается война Терран против Террана? Она заключается в том, что дальность обзора дальше, чем меньше, чем дальность у танков. Поэтому Терран против Террана все будет часто решаться. Допустим, если эти викинги у нас на автоатаке, а эти у нас фокусят четко, то те викинги, которые выиграют, в конце концов займут лучшую позицию. И если вы знаете, что соперника нету воздушных юнитов, то запоминайте рейндж танков. Вот с этого рейнджа, допустим, этот танк в игре уже не стрелял бы, он бы получал бы только урон. Потому что он просто не видит цель, по которой можно стрелять. Это можно делать сканами. В принципе, больше никаких сверхъестественных штук за Терна, наверное, нету. Единственное, что, допустим, вы играете в био против танков, очень много танков, это тоже играется нормально. Тут главное уметь просто дропаться нормально, вываливаем... Как бы ищем территорию и прыгаем прямо ровно на танки. То есть даже вот так вот танки начнут сплэшить друг по другу, и в конце концов ваше био все равно выиграет. Очень отлично. Ну и выгоднее разменяется. В этом фишка био, что оно выгоднее разменивается. Так, в принципе, бороться с танками. Слушай, мне вообще плевать, поставишь ты лайк или нет. Мне главное, что ты досмотрел до конца, а значит, тебе понравился контент, и это для меня самое главное. Ну, Ютубу не плевать, поэтому поставь, пожалуйста, лайк и оставь коммент, так сможет большее количество людей увидеть этот контент. Ну и смотри другие мои ролики, они тоже классные, и не забывай там подписаться где-то тут.